находимся на борту русского корабля и начинаем. Здесь есть только одно упущение, да? Противник в нас не стреляет. У нас полторы минуты. Мы абсолютно новый формат. Мы цифровая, да, мы мультимедийная площадка, посвященная историческому наследию нашей страны. Мы действительно живой, интерактивный, цифровой учебник истории. Да? Мы та среда, куда наш посетитель погружается. Да? Мы наполняем наше пространство смыслами, содержанием. Наши технологии позволяют передать, ну, объем, практически любой объем информации. В связи с юбилеем нашего исторического парка, именно к этой дате у нас приурочено открытие трех новых элементов экспозиции. Это элемент, присущий экспозиции Рюриковича. Вначале было слово, которое повествует у нас о древнерусской письменности. Вместе с ним открывается проект совместно с Российским военно-историческим обществом «Календарь деяний Петра», где в интерактивном формате представлена эпоха его правления, его достижений и так далее. И также у нас открывается экспозиция, посвященная, в принципе, деятельности Петра совместно с Санкт-Петербургским историческим парком.